В общем, ребят, это Despots Game, на связи Чандра Альмина. Здравствуйте. Мы тут придумали тактику. В общем, тема следующая. Мы подумали либо через классику сыграть и через арбалеты. Это круто. Ну, через стрелков имеется в виду. Плюс тут мечники, щитовики. Все, в общем, полный набор. Но в пушечном мясе у нас больше народу. Более того, три новичка есть, которые, если выдадут нам панику... Ну, вы поняли. Так что будем паниковать. Идем орать. Бегать и орать. Дадут ли нам возможность бегать и орать? Вот в чем вопрос. Сейчас узнаем. Так, на самом деле они реально пушечное мясо. Культисты сами по себе ничего не сделают. Сможем ли мы пройти это? Но здесь пока подеремся. Так-то убили быстро. Потери по ХП. Говорили, в настройках можно как-то... Игра? Показать уровни. Всегда показывать индикаторы здоровья. Вот. Применить. Да. О. Давайте попробуем так. Перед сражением на стороне человека появляется тот самый дрон. О! Вот оно. Вот оно. Помнишь дрон, когда да, вылетал? Да. Метатели нет, нам не нужны. Бойцы нам не нужны, мечники нам не нужны. Нам нужны культисты. И давай мы вот это возьмем. Давай возьмем. Это в целом штука полезная. Да, дополнительный юнит. Поехали. Где он будет появляться, правда, неизвестно, но это приятно все равно. F. А, он впереди. Более того, он впереди. Он танчит нас и исчезает. Шикарно, я считаю. Не тот, который не нужен. Футболист. Лучше. Качаем. Заменяем. Угу. Опять не тот культист. Заменяем. Медик. Будем брать медика. Думаю, одного хотя бы стоит. Че? У нас не хватит денег на культиста следующего. Да. Тяп-тяп. Ладно, поехали пока так. Нам бы по-хорошему культистам там что-то улучшить. А что там улучшить у культистов можно? Призванные существа, наверное. Все, посмотрим. Призванные существа получают бонус 100% к здоровью. Да. Шиншилла опять-таки. Топ, ну, она, конечно, размотает. Конечно же, дрон есть, разумеется. Кто б сомневался. А у нас тентакли, ну, не выпало просто. Я не понимаю, почему нам не везет так люто. То есть нам за... Это у нас третий заход. Нам ни за один заход не повезло. Пока что. Ну, посмотрим, ладно. Стрелки понижают броню. Ученые. У нас вообще ничего этого не нужно. Заменяем? Да. И это нам ничего не нужно. Заменяй. Ну и это нам ничего не нужно. Хилка дистанционная. Ну такое. Ну придется брать, потому что... ну. Потому что придется брать. Хотя в целом нам оно не нужно. Так, поехали. Появляется дрон, которого атакуют. Слушай, это имба. Смотри. Ну, объектив. Культисты побежали. Человечечка чуть не умер. Назад. Так, ничего не нужно. Еще раз. Ничего не нужно. Да в смысле? Мы не ставили Китти. Нету таймера сейчас. Тоже ничего не нужно. Ладно. Все юниты после смерти увеличивают на 100 здоровья случайному союзнику. В ПВП пусть пойдет, правильно? Ну, да. Хорошо. Хорошо. Надо, чтобы отхилили вот этого, но и будем надеяться, что именно его и будут отхиливать. Так, дальше. Нам нужен магазин, конечно же. Нам нужен культист. Просто дайте культиста. Сашок! Ну да. Ага, спасибо за культиста.
Спасибо за культиста, игра. Игра, спасибо за культиста. Улучши. Что улучшить? Прокачать? Улучши. Да. Культист. Но не тот. Хотел. Я возьму аптечку. Да. Два медика у нас будет. Во, кстати, вот на ныль. А может быть реально надо было улучшить? Ну, да. Больше-то процент синенького. Все, оставь их. Ставлю. Продону. Возьми танка одного. Пускай танчит, пока культисты вызывают. Это слабый щит. Ну да, ну пускай он танчит. Ладно. Я же говорю, пока культисты вызывают, пускай он танчит. Впереди. У нас дрон и танк будет. Пойдет. Так, поехали. Поехали? Угу. Ой, надо тентакли будет, кстати, прокачать. А здесь уже PvP? Да, опять шиншилла. Но другой шиншилла. Стоп, а где наш дрон? Он не призвался. Почему? Не знаю. Сколько у тентакли? Тентакли дофига, конечно, урона, но она не тащит. Она уже не тащит. А, и еще одна. А все. Убили культиста, ой, смотри, как это работает. Убили. Давай! Ну, двой! Двой! PvP ли засал? Двой! Хорош! Молодец, вообще. Последний герой. Получено достижение, чат. Все. Культисты, имба. Стоп, а почему дрон не работает? Куда он сейчас? Сражение на... Или он сразу взорвался? Но он умер сразу. Может быть. Питал в себя столько урона, что он умер. Ну, короче, затащила именно тема с ХП-хой при смерти. Да. Не забудь вкачать. Да, согласен. Будем, согласен, согласен, согласен. Вот это. Бам. Взяли. Тентакля моща. Мы это знаем. Дальше. Все человеки получают бонус 40 здоровью. Не уверен. Может, это скидку? Шкидку? Ну, первую хотя бы. Хотя бы первую, ну хорошо. На замену, да, чтобы. Так, здесь что? О! Я вижу, вижу. Не переживай. Излучатели. Ну, не души, игра. О, паника. Все юниты с вероятностью 20% применяют активную способность без кулдауна и траты маны. Бойцы? Нет. По каждой примененной активной способности человеков случайный противник получает 50 магического урона. Все юниты после смерти замедляют скорость атаки и передвижения врагов на 40%. Ну, не знаю даже. Давай, ладно, еще раз. Какая классная штука. При смерти поднимает урон союзникам на 80 в небольшом радиусе. Бонус не сумеет. А это что? Медики имеют 30% шанс того, что атакующих враг получит оглушение на 1 секунду. Это неплохо. А это единственное, что мы можем взять, да? Все остальное нам не нужно. Я, наверное, так рано. Это арену смотрю. Хотя, стоп, танки получают 30% шанс, что атакующий их враг получит оглушение на 1 секунду. У нас танк есть. Не, столько не перебью. Давай медики. Давай, пусть медики будут. 100 эликсира я не перебью. Ну, ничего не поделаешь. Слушай, они и так на расстоянии лечат, как бы. Да. Не знаю, какое более расстоянное расстояние должно быть. Но они хотя бы не к лицу к нему подходят и не начинают. Это да. Опять излучатели. Спасибо, игра. Все юниты взрываются, вот... способность, да как таковой активной способности-то и нет. Есть только активная способность в этом, хилки. Ну такое. Что еще мы можем взять? Еще раз. Опять излучатели. Ну, видимо, больше ничего нет там. Возьмем панику. Она нужна. А мы больше... Ну, а нам что еще брать? Нам больше нечего. Видимо. Стрелки замедляют атаку. Нам бы, конечно, стрелков понабирать. Но лучше культистов. Еще. Угу. Давай панику. Если что, мы просто добьем потом этими обычными человеками. Правильно? Угу.
Так, поехали. Нет, Тентакля, конечно, 333 урона. Это уважаемо. И 2600 хп. Бьет медленно, правда. Да, к сожалению, мы это никак не улучшим. Угу. Куча метателей. Хотел стрелков, смотри. Аж два стрелка. Предлагаешь взять? Нам не хватит, по-моему. Нам хватит взять, но не более чем. Нам хватит купить и плюс одного поставить. Ну давай, там все равно бонус от двух уже начинается. Вот так мы можем сделать. Что сильней? Пистолетик. Пиу-пиу. Бонус от двух, да, но вот это все, что мы пока можем сделать. Афина серьезная. Серьезная, серьезная. Так, поехали. О, ясно, он понятно. Он любит пачки огромные собирать. Угу. Все, дрон умер. Я видела. Тут окружили человеки. Тентакля, как? Тентакля умирает. Там смотри, сколько ее окружили. Культисты пытались призвать новую тентаклю, она разок ударила, но все. Она даже ударила кого-то. Угу. Даже убила. Но здесь нет. Здесь, конечно, есть стрелок с 640 хпшкой, но этого мало. Да. Нужен еще стрелок. А что ты хочешь, Финик? Магический там урон. Там для стрелков что-то есть снизу. Что нет, это для метателей. А, для метателей, да. Страх накладывают. Все юниты с вероятностью 20% применяют активную способность без кулдауна. А что у стрелков будет за активная способность? Просто увеличение скорости атаки, то есть забей. Заменим. О, тентакли. Культисты при смерти поднимают урон союзников в небольшом... Может быть... Культисты имеют 50% шанс уклониться от атаки. Да. Давай. Однозначно, а да. Отъезжает там просто. Да, 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 да. Поехали. Поехали. Все, тентакля пошла. Угу. Бам. Развоплотила. Бам. Развоплотила. Бам. Развоплотила. Тут-туду. Так. Ну, скорость атаки, конечно. Угу. Юниты после смерти, конечно, замедляют в целом неплохо. Это чисто такие пвпшные моменты. Активные способности на излучатели чисто, это на метателей. На стрелков что? Возвращают полученный урон? Все юниты после смерти. Слушай, мы же возьмем... Замедляют ближайших, правда, врагов. Ну, давай, там так ее окружили, это тентакль. Да. Она просто медленно бьет, поэтому... Да. Там точно нету ничего на скорость? Нету. Если ты про мутации, точно нету. Там единственное улучшение. И зачем, Финик? Так, у нас есть еще медик. Он с броней. Это что такое? Могут избежать получения негативного статуса, получают бонус 10% защиты от магии, одна мана останавливается каждые 0,5 секунд, кулдаун всех способностей снижается в 1,25. Ну, такое. Mm-hmm. А стрелкам что дается, погодь? Первая, по-моему, да? Вот это? Нет. Где-то были стрелки. Вот. Mm-hmm. А так вот, извините, снаряды рикошетящими? Бери. Да? Да? Да. Еще берем и сразу выдаем. Финик, ты видел стоимость? Давай врача возьмем. Второго эйса. Давай. Третий как раз будет врач. Угу. Врачи есть.
Здесь будет PvP. У нас есть паника в целом. Может, возьмем паникеров? Сколько? Два. На все? Ну, на все возьмем паникеров, да. Пусть они идут и паникуют. Все. Пусть они устраивают панику как раз. Хорошо. Работаем от паники. Опять это чудовище страшное. Да, да. Орите, кричите, бегайте. О, они вот убежали. Прошли мимо всех и убежали. Ага. Правда, поубивали их. Все, тентакли больше не будет. Ой, там магов куча, молния по нам фигарит. Ага, они что-то стоят. Ну ладно, еще раз. Давай, через тентакли имеется в виду. Да, да. Лишь бы повезло. Лишь бы повезло. К сожалению, ребят, это от нас не зависит. И, увы, тентакли мы вызвали поздно. Все у нас получилось плохо. Есть. О! Перед стражем на стороне человека. А, ну дрон. Я взял. Бери. Полезный. Полезней. Полезней. Можно менять самоцветы на Эли. Да ладно. Ого. Америку открыл. Ого. Культист, но не тот. Улучшай. Улучшаем и улучшаем еще раз. Угу. Хорошим, да. Медик. Ну, давай возьмем одного врача. Чтоб сразу лечим. Да. Этих ребят подальше немножко. Ну и пока все, да? Да, нам все равно не хватит. Да. А тут PvP сразу. Конечно, можно мясом задавить. Вот как вот этот вот делает. Ну смотри, что он делает мясом. У него человечишка обычный, он один. Тут кулачный боец. Тут щит. Все, два все культиста, тут намало. Маг есть. А, хотя он все подряд берет просто. Да, тут все за мало денежек. Понял. То есть думаешь, за мало денежек? Угу. Может быть. Угу. Я предлагаю, наверное, вот это. У нас, поскольку культисты будут, правильно? Угу. Поехали. Дрон сразу против дронов. Раненые. Оно взорвалось. Ты бесполезная вещь. Это все бесполезно нам. Но придется брать. Оно настаивает. Трындец просто какой-то. Ладно, в магазине посмотрим, что будет. Опять дроны. Живи! Кто ты? Лев. Он лев. Он культист. Культист, это хорошо. Дорогой, правда, но культист. Валера. Может, Валера культист? Нового. Или мертвого? Или нового? Может, нового? Может, ну его. Он хотя бы живой. Кира Лавей? Отлично зовут, Кира Лавей. А кто-то еще Лавей есть, по-моему. Надо ли заменять? Мне кажется... Ну, мы мясо дав... бери мясо. Может, вот это возьмем? И это бери. Вот это возьмем. А что мясо ты хочешь взять? Я хочу мясом задавить. А, то есть ты предлагаешь вот так и вот так? Да. Ну, да либо ладно. Просто вот так. Вот так просто? Да, не знаю. Валера Емельяненко тебе нужен? Да, видимо. Кстати, хпшку отрегинил. Да, Валера. Хорошая информация, да. Опять шиншилой. Ну. Ну, поехали, чё. Первый бой.
что его дрон, главное, разносит. В смысле? Культист умер. Левел ап. Разноси, разноси их. Давай. Разноси. Давай, это же всего лишь врач. Ты набьешь ему по лицу. Хорош. Кира просто. Кира. Шикарно. Угу. Кира по фамилии Тащер должна быть. Однозначно. Надо культистов дальше ставить. Угу. Кто их избивает? Всех дальше ставить надо. Валера где-то сбоку там забегает. Они как-то саглятся. Ну, чтобы диспозиция была. Нужны танки. По-хорошему. Чтобы они на себя агрили. Ну, в принципе, да. Медики возвращают урон. Но у нас один медик, да и особо такое себе. Так, это нет. Это нет. Это нет. Это нет. Нет, 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 нет. Паника. Думаешь, панику взять? А что еще ты хочешь? Больше ничего нет. Ну давай, паника, хорошо. Тут стрелки, которых мы не собираем, потому что мы культисты. Здесь просто магический урон кастуется при магической способности. У нас же медик лечит, это же активная способность вроде как. И будет 50 урона кому-нибудь наноситься. Ну попробуй взять. Попробуй через искры просто. Плюс культисты же применят тоже 50 урона. Ну, один раз, правда, но... Сейчас проверим, смотри. Бам. Видишь, нанеслась урон. Угу, за химку. Все, он мертв. Да. Этот парень был из тех, кто просто очень лев. Он пытался. Снова он пытался жить. Панику нам пытаются подсунуть. Я хочу, кстати, эту штуку взять, где 100 хп дается. Попробуй найти. Нету. Вон она. Угу. Последний подарок. Ну это жир дополнительный. Лишним не будет. Угу. Собака бегает, конечно. Ой. Ой. Обижают. Да. Нам нужен еще один лекарь. Есть боец такой же, конечно же. Такой же, конечно. Стрелок есть. Мощный. А мощный ли? Ну, достаточно мощный. Фиолетовый. И? Что он фиолетовый, это не значит, что он мощный. Да? Хотя 100 урона. И все процессы уже уровень. 26 мы потратим. Ну, много потратим, конечно. Да. Стоит ли оно того? Не знаю. Сейчас опять будет мясо. Вот, кстати, копье это ловкачи. Угу. Во, врачей надо брать. Два хиллера. Берем раз, берем два. Дальше от этого отталкиваемся. Ну, потому что лекари нам точно нужны. Это мы выяснили. Танка возьми. Танка бы взять тоже неплохо было бы, согласен. И вперед его выставим. Пускай. Вот так. Дальше, что мы еще хотим иметь у себя? Пару жалких человечек, как мясо? Можно. Вперед их выставить. Чтобы они действительно были мясом. Да. Все, поехали. Мы готовы к битве. В скобочках нет. Думаешь, сейчас тут смотри. Шиншиллы. А. Юнитов не так много, но они настолько сильные, то что, ну как бы забей. Хотя. Двой. Двой. Двой тентакли. Все, тентакли зарешало. Не отсиливают, кстати, тентакли, нет? Наверное. Слушай, прям вообще изи. Вообще зарешала. Но зарешали вот эти два парня. Однозначно. Конечно. Альфина и... Альфина. Вот эти два парня. Альфина и Альфина. Ясно. Ну, два парня, да. Ясно. Альтернативная вселенная же. Да.
Так, это 40 магического урона всем врагам вокруг. Нет. Ну, 40 мало урона. Кто у нас есть? Без кулдауна и тратманы лекарям, в частности, выдать. Без кулдауна, причем они сразу будут второй раз лечить, и у нас есть способность, которая 50 магического урона наносит. Пойдет, возьмем. Тентакля даже не успела дойти. Ну, это все Альфина и Альфина. Да. Два парня. Паника. Паника? Ну, можно. Давай паника. Раз они у нас тащат, пусть тащат полностью. Ну да, действительно. А что мы брали, что мы не брали? Мы взяли только это пока. Если выдадут два стрелка, я возьму два стрелка, скажу тебе так. Если выдадут. Да. Они бегают и орут. И за ними идут, кстати. Кто? А ну видишь, сагрились, ударили именно Альфину, потому что, ну как бы это... Метатель. И один маг. Один маг. Меня маги что надо. Дают маги? Меня... Ну сверху посмотри. Три это нужно, молния. Молния это очень сильно. Но нужно там три мага. Там три разных, а тут всего один. Это два одинаковых. Кто один? Один маг. Один маг доступен, да. Но одинаковый. Что, попробуем рольнуть? Да, рольнуть. Можно бойца взять. Будет два бойца. А потом мы сделаем три бойца. Что дает связь? Связываются с союзными юнитами. Определяет получение урона между связанными юнитами. Что-то какое-то выглядит как дерьмо. Интересное. Еще раз ролл. Ну, надо же собирать этих бойцов. Хилка новая, стрелок. Хилку надо брать. Ну, а у тебя есть выбор? У нас нет выбора. Все, хилка новая есть. Стрелка возьми. Стрелка возьми. Возьму. Замени, посмотри, музыки еще. Стоило того. Еще один, Значит, берем еще одного жалкого человечишку. Выдаем стрелкам. Сейчас у нас будет PvP. По разные стороны их расставить. У нас есть паника. Это Витя. Витя паникер. Витя паникер. Отлично. Так, ну поехали. Топ-1, топ-1-ович. Шиншилла опять. Витя паникер. Витя паникует. Витя паникует настолько плохо, что просто ужас. Ну, кстати. Смотри, там 4. Человечишка побежала за ним. И тут, смотри, они в спину ударили хилам. Молодцы вообще. Ну, правда, у нас культистов убивают. Нет, не убили. Убивали, но не убили. Убили. Ага, убили. В спину зашли, конечно, хорошо, но и нам в спину зашли. У нас остался только дрон, а дрона они распинают. Почему он так медленно бьет-то? Я знаю, почему он медленно бьет. Это замедлили кровью. Липкая кровь. Но в целом было неплохо, будем честны. Подрались... Витя паникер справился, но ненадолго. Да. Культисты 30% шанс, что оглушаются. Конечно. Просто сходу. Культистов надо улучшать. Беречь, любить, ценить. Надо еще одного культиста. Дополнительного. Чтобы в случае, если тентакля минус, то... Да, согласен. В случае гибели. Согласен. Ой, какое дерьмо. Ну, у нас много хилов, будем честны. Даже не что это? Хил. Перед сражением со стороны человека появляется зомби? Да. Медик имеет шанс после боя воскреснуть с 25%. После боя. После боя, да. Зачем? Тогда этого, сюда. Зомби. Ага, давай. Больше сейчас мяса. По трубам будет кататься. Все, нам нужно больше мяса, конечно. Поехали. И дрон, и зомби. Зомби, между прочим, 2700, алло. Зомби, между прочим. Когда у дрона 200.
60. Культистов хотела? Два культиста. Да, хотела. Замена. Давай. Арбалет взять. Он того стоит. Давай, это третий будет. Раз, скорость. Два, три, как раз три. Раз. Ты Витю решила ставить Витю? Конечно. Разумеется. Это же Витя. Альфина Хентай теперь есть. Альфина Хентай? Да. Вова Мрачный и Альфина Хентай. Прекрасно. Давим мясо. Да. Витя, либо Витя затащил, ребят, либо мы проиграли из-за Вити. Витя умер. Жир земли. Кто-то 5000 хп получил. Вот, мы вызвали... О, они с тентаклей. Ясно. Ясно, понятно. Ну, их, кстати, дофига народу. Я же говорю, тут жир жиром. Ладно. Ну, уже неплохо. Две победки было. Угу.